Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы с Клодом и с Алексом будем играть в Spine Tires. Где ты там едешь, ты, Коля? Я только знал, где еду. Вообще просто какой-то глуши. А куда ты едешь? Блин, дядя, я не знаю, как теперь выбраться. Я уже думал, ты там дверь хлопнул, думаю, ты ушел, что ли? А, да не, закрыл. Так, там пеньки, там... Не буду я больше играть в Интерес. Да? Да, все, я застрял, поэтому не буду. Так, а у меня... А, тут есть елочки, что я парюсь. А у меня дилемма интересная, куда поехать, я уже понял, куда. Я уже понял, куда. Единственная проблема, которая у меня может случиться, это закончится бензин. Вот и все. Я бы вам помог, так и боюсь, что не доеду никуда. По-моему, я... Да, вон, кстати, Антон, от тебя вижу. Угу. По-моему, я вообще ни разу не переворачивался еще. Ну, все впереди, значит. Кстати, Алекс, ты немножко неудачное место выбрал для того, чтобы съехать на дорогу. Да, не, нормально, я поехал. Сейчас впечатаешься в какое-нибудь дерево. Я смотрю, Вич. Так, так, так. Ага, нормально. Я думаю, сейчас быстро выйдем в нужное место. Тут, нужное, кстати, время. Можно плюс один включить. Надо будет быстрее ехать. А при плюс один ты можешь включить дифференциал, кстати, блокировку. Да? Да, кишку нажимаешь, вырубается. Кишку? Кишку, да, кишку. Ну ладно. Может, момент истины? Проеду, не проеду. Не, она стала хуже даже ехать чуть-чуть. Вау, нифига. Дифференциал уже, да, выключим, поэтому хуже. Офигеть. А, ценой собственной жизни фактически пол КамАЗа унесло себе по жизням, но я открыл. А, скажешь, что даже едешь, да? Я открыл, ребят. Я думаю, что зря по горке поехал. У нас всего две точки осталось, да? Угу. Два яичка. Так. Одно у Коли, другое у меня с Алексом. Что? Слушай, может другой какой-нибудь путь? Ну, карту найдем, открой. А? Яички. Давай спускайся обратно на дороге. Ну или попец. Так. За другой дорогой не знаю. Давай спускайся, может проехать тут. Давай, дорогой, есть. давай. Ну, надо же хоть разок перевернуться-то за серию. Конечно надо. Срочно. Коля первый сказал. Срочно. Срочно надо перевернуться. Это гора здесь. Куда я уехал? Куда я заехал? Вот я тоже по горе еду. Вообще просто жестоко. А, точка на горе находится, вы издеваетесь нахер? Ну, на горе. Жесть, как я поднимусь. Ну я попробую, короче, поехать. Слушай, этот путь более безопасный нашел. Ну-ка, давай. Давай, собачка. Собачка, тяни мою тачку. Давай. Оу, нифига себе. Так, все. С меня, я еду на вертикальный. А я думал, это безопасный путь. Ты что, за мной что-то поехал? Не, тут другая дорожка, блин. Так, надо смотреться. Че там? Тут все очень сложно. Очень сложно. Ай-яй-яй, так, ручник. А, нет, тут нормально, тут не все очень сложно. Йоу, осторожно. Че там, рэп читаешь, что ли? Да. А как ты думал без этого? Без рэпа ты далеко не уедешь. Дальнобойщики без рэпа, это фигня. Ай-яй, твою дивизию три раза. Почему три? Какой-то ёлка врезался, 74 урона получил. Какого хрена? Ну-ка. А-па-па-па. А наверх-то я смогу заехать? Я прям на гору поеду. Я же безумец. Так я пытался, я не заезжаю на гору. Не получилось. А я попробую. Я чувствую, что смогу. Давай, моги. Ну что-то застреваю тут. Дядька лет. Не-не-не-не-не-не-не. Походу, ребята, что? Я все машины свои скоро угроблю. Такая ситуация плохая, у меня могу перевернуть. Йоу! Да ладно. Это рэпчик. Неужели я застрял тут просто все? Да ладно. Не надо так, игра.
А ну давай меня вытягивай, шлюшка такая. Так у тебя же где это должно быть лебедка? Или там нет нечем? Нечему, там же гора. Так я тоже пытался, но не получилось. Там нечего тоже цепляться. Поэтому я решил проехать в объезд, хоть попытаться хоть как-то. Ну, у меня есть шанс мизерный совсем. Ну, что-то... Я свои возможности оцениваю трезво. Вряд ли я смогу отсюда выехать как положено. Ну, блин, самое обидное, что почти, почти. Давай, что ты буксуешь-то? Ну, потому что она грязь, поэтому буксует, что? Ну, да. Блин, вот жопа. Я бы не перевернулся. Ну, почти жить, выезжать. Ну, сучара такая, давай. Я нашел какой-то заброшенный сарай. Жесть. Не хочу опять в речку, не хочу в речку, не хочу в речку. Ой-ой-ой. Ну, укатился в речку, да? Ой-ой-ой. Задний ход, понимаете? О, ну, вот, сучар упирается у меня в землю все время. Я такой в жопе застрял, ты бы видел. Да у меня не лучше. Что-то все застревают. Потому что надо всем ехать вместе. Все, я поехали сядем, друг другу помогали бы. О, да ладно. Да ладно. Че там? Е, бэби. Да. Ой, я заправку нашел еще одну. Все, я выехал. А, блядь, тут. Я мастер! Я мастер! Ломастер, что ли? Нет. Не ломастер. Я выехал из этого дерьма, чтобы застрять в новом сейчас. А, ну это логично, да. Ладно. Так, ладно, дубль. Дубль выглядит животных, да? Дубль 2. Животных? Смотреть бы как они. Давить хочешь их на команде? Хорошая идея. Ты добрый. Не давить. Если давить, то как ты их догонишь-то? Она медленно. О, я нашел свой крас. Ну сразу мысль отдельная, как ты их догонишь? Ну. По лесам-то, да? Бесполезно. Так. Даже мне ехать тут еще все. Да елки. Нет, не удастся на гору заехать. Даже. Слушай, а там какая-то еще одна машина есть. Заезжать. Или мало. C255. Не знаю, что это. Может, до неё поехали? Ой, Антон, ты там вообще застрял. Да, есть такое дело. А можешь просто проехать обратно, да, к нашему гаражу, там, проехать к пилораме и там по дорожке? А я уже выехал, я поеду сейчас по дорожке. Я вот не знаю, да, лучше оттуда, потому что сюда не проедешь никак, ребят. Вообще не проедешь. Пофигу. У меня бензина мало осталось, поэтому... А у меня бензин с собой в бочке, так и толку его нету, потому что... А ты хоть заправил ее, нет? Бочку. А было уже в КамАЗе, я же свой КАЗ Урался утопил уже. Я сейчас еду на МАЗе. Так, а вот теперь с помощью лебедки я залебечусь. Залебечусь? Да. Это должно быть было другое слово. Пускай лебедка лебедит. Все будет ок. Так, отлично. Во. Нет, не во. Нет, во. Вова. Так, Вова, здорово. Да, здорово. Все. Отлично. Короче, я так рад. Возвращаться, попытаюсь до гаража до того доехать. Я так рад, и я так счастлив. У меня есть ты. Лебедка? Да. Ведь ты меня потянешь и еще скажешь мне мерси. Чего себе, ты поэт? Певец. А слушай, а такая реклама была, да? Там мерси, ты потяни меня. Мерси, ты. Ты падла, давай тяни меня. Все, не тянет, не тебя кинула. Ты там че? Дьявола призываешь, что ли? Нет, вы не понимаете, что я делаю. Я пытаюсь выехать из этого положения, из перевернутого. Нет, у меня машина вообще заглохла в попу.
Так. Надо попробовать. Нет, двигатель заглох. Гнида такая, главное, подцепиться нечем. Все. Все. У меня машина в дерьме. В полном. А у меня уже человек скрится. Я вот не знаю, как мне тут озеро проехать. Так. У меня появилась отдельная мысль. Надо выбрать новую машину. Да неужели? Так, ну я свой Урал допил, Антон тоже со своим Уралом что-то сделал. Он все, мой Урал ушел во Врал. Вот во Врал. Во Врал. А мой ушел в канал. Че-то я Урал с разом путаю, они похожи. Ну да, сравнительно похожи. Вообще жестоко все. Ой, как жестоко. Жесть тут творится. Полная жесть. Я открыл точку, вернулся в гараж. Неужели я смог это сделать на КамАЗе? КамАЗ тащит все-таки. Какого хрена у меня тачки 400 урона сразу? Я только сел в нее. А, у нее цепи стоят. Цепи стоят? Почему не цепи на шинах? Ну, такая тачка тебе досталась просто. Она что, мурыженная, что ли? Кто ее там мурыжил? Алекс ее мурыжил. А, да, вот оно. Вот оно, в общем, так, и еще другая тоже. Она уже сразу 4 стороны. У нас такие проблемы, поехал я, короче. Выполните ремонт. Да мы будем это все полностью записывать, он лезет или как? Какие-то тачки паленые вообще стоят, блин. Ты можешь печки отцеплять, наверное, так. Кто мне все тут попортил? Признавайтесь. Кто-кто? Топливная цистерна. Чтобы дерево не ломается. Блин, это топливо скинуть некуда, куда мне это топливо засунуть? Какое я бы тебе сказал. Какое место его засунуть мне? Симпатин здесь, а я там проеду вообще. Зачем сюда ехать наверх? Да я вообще еду. А я теперь за сардельку играю. А, ну мне сюда, правильно, сюда. А у меня топлива мало. Сюда. А можно самому себя топливом заправить? Да. Да, можно. Ну-ка. А ну-ка, давай-ка, заправлю себя. Вот же гараж стоит рядом. Что ты не можешь в гараже заправиться, что ли? Нет, это не хардкор. Это странно. Надо себя самого. Надо самого себя заправить. Кстати, хорошо ездит сарделька. Ты съел заднеприводную, ты хрен там нормально проедешь на нем. У нее задний привод. Да, только задний. Но у нее есть подблокировка, но она не сильно помогает по большому счету. Ишь как. Короче, я поехал в сторону нашего старого гаража и попробую сверху заехать, потому что по-другому я не могу никак заехать там. А я тут на острове застрял, не могу выехать. Как озеро проехать нельзя. Так да, там не заберешься, там с той стороны ехать сейчас, мне кажется, просто панель. Если мне обратно ехать, что ли? Так, все ок. Я думаю, сейчас справимся. В принципе, могу на КамАЗ или на ЗИЛ переехать. Как хочешь. Пересесть. Я давно уже на КамАЗе, у меня Урал утонул. Я думаю, я думаю, минут через 10, наверное, серию надо завершать уже, а то получается какая-то она нереально длинная. Или просто разделить ее тупо на две части. Я разделю, слишком длинно. Долго заливать, долго обрабатывается. Ну да, надо разделить тогда. Че, КамАЗ неплохо обмещается по серпантину, спокойненько разворачивается с одного раза. Так надо просто сели записывать, как тогда планшет в поле записываем. Да, можно минут по 25. По 25 минут. Оптимальное время такое. Ну я только за. И как на эту Скоримовскую гору заехать? Скоримовская гора. Фусруда или как? Залетай, что там, дракона призови. Мускурта, вот как это называется. Жигурда. Жигурда. Не надо его звать. То он услышит. Да, прибежит, смотри. Коль, прикинь, ты сидишь там, записываешься, а сзади. А сзади твой стул жигурда трется голый. Чись. Кстати, фантазии какие. Прикинь, это жестоко. Смотри, было бы. Ты, может, к тебе прибежит, раз такие фантазии, он услышит. Он джигурда паста, парень. Надо. Ты ближе к нему живешь. Не. Или он где-то в Москве живет? Ой, не в Москве, он живет в Питере, наверное.
Вот видишь, ты про Джугурду знаешь больше, чем я. Я не знаю, я же предполагаю. Ну вот видишь, это вот все предположение. Там поэт Джигурда. Так Питер — это культурный город, там Джигурде нечего делать. Он же стихи сочиняет. Да, он же стих. Короче, плет он. О, вот. За мной Антон трется. Тихо-тихо. Вот все, у Коли уже мысли пошли уже, жестокие совершенно. Подожди, нафига мне гараж ехать, я пойду прямо. Да вот ты тупой. Что-то я тут еду по этому асфальту гребаному. Куда еду, зачем, понятно. Ну точно хочется сверху, тут камни там не откроешь, там тут такие холмы жесткие, тут реально карта холмы, блин. Ага. Джигурда даже обзавидовался. Нет, таким не ездит. Он, помнишь, он видели ролик, где он там забирается на какое-то здание грома и там кричит: я Джигурда! Ну, нет, Коль, я таким не увлекаюсь. Таким как... Ты я не слежу за его жизнью. Я не слежу, просто я случайно увидел. Случайно? Ты уверен? Уверен на все 100. Так, слушай, я почти добрался сверху тут. Я нашел место, куда, кажется, ехать надо. Вот, тут какая крутая дорога, смотрите, ребята, вообще шикарная дорога. Ну, да, Урал вообще на дорога прям для этого, пробьет. Дорога для, не знаю, для Белаза какого. Ну я ж почти наверх доехал. Размер дороги просто потрясает. А прикинь, с Белаз был бы. Только если проблема, я где-то... Немножко не туда дай. Ладно, пойду через это говно. Может там поворот будет направо где-нибудь. Подожди, не запачкай себя. Ну я тут сейчас еду как-нибудь в форспиде, все тараню направо-налево. Пофиг, как утюг в поворот захожу. А потом тебе в гараж транспортируют, да? Чтоб починить. Ничего. А сюда не проедешь. У меня тут в грязи текстуры провалились. В грязи текстуры провалились? Да. Это что-то новое. А, нет, тут так и бывает, это нормально. Ой, как хорошо ты поехал, слушай, такая дорога хорошая. Это ты сам себе сказал, или ты мне спросил? Всем. Я сейчас что-то не понял. Во, я реально поехал, круто. Во, супер. Супер, нам куда-то сюда, налево, я не знаю, кто проехать. Я вообще по асфальту еду, как дальнобойщик. Да, дальше по лесу перейти. Блин, ну прикольно. А лес густой, капец просто. Как проехать, я не знаю, ребят. Ну слушай, так, Коля, ты не парься, сейчас я, короче, с горы, Свалишься? Полечу. Так а что толку с горы, если тут не ясно, как ехать? Я все сейчас выясню. Единственный момент, это не в этом месте надо ехать, а вдруг чуть-чуть в другом повернуть. Да. Либо прямо там проехать. Ну здесь что, Антон, я тебя заправлю, у меня с собой есть 500 литров бухла. Да чё мне тут толку-то? Ну вдруг за... Бухайте без меня, да? Ты вроде как правильно поехал, а там проезжает? Не знаю, сейчас... Тут хоть пока мне в нужное место поехал. Потому что там, где я дальше заехал, там не проедешь. А я вообще впендерился, короче, куда-то. Тяни! Надо было здесь проезжать, да я сейчас открою, подожди. Вон, да я уже вижу точку, сейчас открою, потом посмотрим, куда поедем. Эх, никто меня вытягивать не хочет. Так с лебедкой назад себе за жопу. Тебе за жопу. Себя за жопу, идти. Коля, все, уже мысли так, поехали. Я открылся, смотрите, я открыл. Открыт, хорошо. А масло какое? Это D537? Алекс, ты доедешь, куда хотел? Да, еду. Еду. Давай, едь. Тебя стука не вытягивать? Да я ж почти выехал. Все, я перевернулся, ну вообще. Перевернулся. Хапалмы. Завестись вообще не буду. Ну ладно. Ну конечно, с перевернутым, потому что завестись с перевернутым мотором-то. Не, чувствую, меня вытягивать надо. Сейчас, секунду. Что-то вообще какие-то баги. Чего выйти? Что как-то у меня тачка впендерилась. Если я чувствую, воспользуюсь лебедками, она просто перевернется. А где гараж-то? Отлично. Ну, два гаража на карте, ты же не видишь. А вот. Все, я еду за тобой.
Так, так. Мы, кстати, так. можем за серию-то закончить по большому счету, если надо супертим. Да не, надо точку-то открыть уже. Открыть точку. Легко сказать. Я сейчас сам застрял. Да ладно. Сейчас попробую выехать все-таки. Ты же проезжал нормально, что за фигня? Почему я застрял на равном месте? Придется опять лебедку лебедить. Ну давай. По-другому не бывает. Так, я надеюсь, тут я что-нибудь смогу сделать или тоже жопа. По-моему, только в грязь еще глубже зарывается, как свинья. Я уже еду. Так что будь спок. Так, я попробую сейчас вытянуть. Все, я выехал. Тебя вытягивать? Сейчас попробую, погоди, сам. Так, что мне брать? Ремонтные части, да? Да, а то я уже покоцан, тоже покоцаемся. Давай я решу ремонт не берем. Подожди, не уезжай. Давай, цепляйся. Сейчас, погодь, я попробую выехать сам. А, у меня же лебедка стоит, что я. А ну-ка, подожди, там есть что-нибудь такое еще? Давай, кидай лебедку. Давай, проще тебе вытяну и все. Кидай лебедку. Чем мучиться? То что-то вообще какая-то срань. Господня. Ну-ка, задний ход вроде включил. Помогай, тяни тоже на себя. Я задний ход включил. Лебедку тяни тоже. А, сейчас. Во, так. Во, пошло. Давай, тяни, я еще не выехал. Блин, а если я так поеду, то это очень долго. Еще будет. Не выехал. Ты уже не слишком, да? Не тяни лебедку, сейчас заглючим, ты че. Все. Кстати, у вас отлично. Там далеко когда открылось? Может сесть будет. Какая? Не, стой, погоди, я еще не выехал. Тяни опять. Где ты видишь? А, это же УАЗик! Тяни опять. Коля. УАЗиком, сейчас. Я же говорю, пока еще не выехал я. Ты зацепился? Нет. Я говорю, кидай лебедку. И сейчас все будет. Как ты там застрял прям на ровном месте? Ну вот говорю, в камнях. Легко. Поехали. Просто. Давай. Да, КамАЗ такой неплохой. О, все, спасибо. Все? Угу. Отлично. Так. Теперь сейчас. Надо открыть этот УАЗик. Да ладно! Ну, Вась, опять что ли? Легче. Как ты можешь стоять там прямо на ровном месте? Погоди. Ты уверен? Так вопрос, ты уверен? Там же деревья дофига. Да я вроде выехал. Во! Все отлично. Ну что, надо теперь разобраться, как точку открыть. Я за УАЗиком поехал с Каёжи. Зачем он тебе? А он по лесам классно катается, он мелкий, он помещается хорошо. Ну ладно, давай, тоже за ним съезжу. Он, конечно, там быть не убитый. Я почти до той точки добрался, но, блин, перевернулся. Поспешил, где не смешил, Алекс, поспешил, где не смешил. Так я вроде не спешил, нет. Потихоньку ехал. Сейчас все исправим. Так, УАЗик я открыл вроде. Да, еще на пересяду, короче. Все, заправлю. А вот, у него дофига, ну, урон, половина урона нету, да. Ну, ладно, нормально. Это какая модель? УАЗик 469. Во, все отлично. Ну да, у меня половина урона. Могу заправить бензином, если хочешь. Кстати, не. А ты сам можешь сам себя заправить. Как? Ну, подъезжаешь без завоза, нажимаешь и все. Давай, я сейчас пересяду, подожди, стой там. Стоишь? Да. Сейчас заправлюсь. Своим бензовозом. Фух. Все. А, все отлично, спасибо. Сейчас что-то еще выбираемся. Кстати, УАЗик близко не подъезжать. Ну, что, да, поехали. Ребятки, на УАЗик лучше не тянуть, потому что будет жопа пол. Да. Так старайся не застревать. Это легко сказать. Он очень. Я уже, если сейчас тачка у меня покоцается полностью, я уже тогда серию закончу, потому что толку не будет. Опять все это заново начинать. Едь, аккуратненько так. С ума сойдешь. А сейчас Алекс перед с ремонтными запчастями, что ты волнуешься? Да, сейчас объеду все. Алекс починит. Точку надо открывать. Сейчас откроем по-быстрому. Все, там не все так просто, там с одной стороны гора. Нет, на УАЗике очень легко. Да я говорю, я там УАЗик он, почти, УАЗик, он, УАЗик он, понимаешь, он между деревьями хорошо катается. УАЗик это я знаю, я
в самых начальных сериях по лесам только так катался на нем. Ну, очень удобно, поэтому и доедем точно. Мне кажется, эти камни живые. Они просто, я еду, они прыгают сами. Да, на самом деле это пришельцы с космоса там. Это чудо камня. Далеко я доехал? Потери, и они прыгнут. Да, Коля, тогда за тобой еду, потому что мне впадло карту открывать. Ну, здесь, да, здесь. Ой-ой-ой, может не самое лучшее место. Ну ладно, попробуем. Ну-ка. Чтобы не утонуть. Так, дифференциал где мой? Включил, давай, я за тобой. Не, нормально. Давай, давай, Вазик. Молодец. Отлично. Я на четвертой скорости еду. На Вазике. Вообще красавчик. Так, сейчас куда по маркеру? Давай, налево. Все. Не, нормально так, прет, ничего. Ой, грязюка. В самый раз. Где я вас там сейчас посмотрю? Далеко я от вас, нет? Ну, посмотри по карте, ты же видишь. Да нет, недалеко, я могу красить Вазик. Один плюс, о, поехали на один плюс. Чё-то ты, по-моему, встрял, нет? Почему-то я куда-то не туда еду, подожди, что за фигня? Сейчас я выгну какую-то нормальную поверхность. Зря вы там поехали, я думаю. А хотя не-не-не. Ну. А, это сопоставил. Не-не, мы едем прямо. Правильно едем. Нам прямо. Давай. На один плюс включай, он дифференциал работает и едет неплохо. Что нужно. Нам потом надо быть левее взять. Ну это да, если есть такое дело. Если нормальную дорогу найдем какую-нибудь налево, то повернем, поедем по ней. Вот здесь по нормальной дороге. Блин, камушки. Сложно тут все, сложно. Камни тут какие-то бронированные, что ли, не понимаю. Ну ты же камень, что ты там камень сделаешь-то? Конечно, бронированный. Просто наехал, никак не приехал. Вроде кевларовый. Кевларовый. О, мостик какой-то, тут что-то явно стоит крутое. Смотрим. Вполне возможно. Давай заезжай, нет, тебе, нет. Фух. Ну, блин, ты мост. Если ты там не перевернешься. Надеюсь. Так, точку нашел, она прям в воде, причем. Это печально. Ну, о, на максимальной скорости, короче, влетай в нее. Слушайте, я на УАЗике не смогу поехать. Во, все отлично. Да, мы открыли с вами. А, все открыли, хорошо. А что мы открыли? Тут пустота была, вообще нафиг сюда не нужно было ехать. Да. Ну что, давайте тогда закончим серию, да. Да. Вообще же будем возить лес уже с этих, с лесоповала вот. Угу. Давайте мы тогда на эту серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и нам с Колей и с Алексом. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, да. На пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока. Пока-пока. Всем пока, да.